В конце 1920-х годов Архипов обратился к жанру психологического портрета. Однако лучшими в его творчестве становятся крестьянские типажи, вроде девушки с кувшином. Художник находил своих героинь в Тверской и Нижегородской губерниях, но чаще всего писал их на родной Рязанщине, которая оставалась для него самым любимым местом на земле до конца дней. Героиней полотна стала простая женщина – Прасковья Степановна Максимова. Холст покрыт размашистыми, энергичными мазками в технике импрессионизма. Будучи художником-колористом, Архипов в первую очередь уделяет внимание палитре. Картина отличается декоративностью и яркой красочностью. Цельный образ героини складывается из множества цветовых элементов, подобно узору в калейдоскопе. Преобладающие красные и интенсивно-розовые тона в наряде звучат еще сильнее на фоне темной стены. Можно сказать, что Архипов заново открыл красный цвет в русской живописи, всю его силу и пульсирующую эмоциональность. Героиня привлекает своей молодостью и жизнерадостностью. Она просто пышет здоровьем. Это подчеркивается и композиционно. Фигура расположена таким образом, что занимает почти все пространство картины, отчего обретает какое-то богатырское и монументальное прочтение. Тело прописано очень пластично, несмотря на объемную одежду, скрывающую формы. Широкая улыбка обнажает жемчужно-белоснежные зубы. Подобное откровенное проявление радушия было в принципе не свойственно для скромного русского портрета. Поза модели вполне непринужденная, хотя и выглядит слегка неловкой. Естественность подкрепляется привычностью окружения, доказательством чего выступает удерживаемая в руках посуда, кувшин и чашка. Остальная обстановка обозначена обобщенно.